Сегодня у нас, опять же, еще раз, 7, не видно ничего, да, 7 августа 2015 года. Здравствуй, Леночка. Приветик. Это Лена Подружкина, у нее фамилия такая, соответствует ее... То есть это как, ее фамилия, не псевдоним. Это не псевдоним, но она действительно Подружкина, подружка. Это же надо так, подружка. Оправдывает свою фамилию, скажи. Оправдывает фамилию. Елена, ну что, говори. А что я сейчас буду давать интервью. Я хочу спросить у Людочки ее первое впечатление, первый день именно в Сан-Диего, как она себя чувствует. Вчера я пищала, я визжала, я кричала, меня надо было остановить. Меня, собственно, оставить было вчера невозможно. Смотрела на этот океан, на эти скалы, на этих котиков морских. На вот каждый морс... цветочек, на каждый куст. Да, цветочки, это то, что я увидела, эти холмы, эти горы, это все, я просто, у меня крышу сорвало от счастья. От какого-то безумного, какого-то нечеловеческого, неземного счастья. По-другому никак не скажешь. И я вчера кричала, что это лучше, чем Ялта, это красивее. Но вот честно, полежала ночью, подумала, думаю, все-таки Ялта очень красивая. Ялточка миленькая, рудненькая. Прости, пожалуйста, я тебя вчера продала, за билет на самолет. Изменила вчера, да, изменила, было такое. Ну, это один день. Ну, Ялта, я тоже привыкла. Представляю, когда туристы приезжают в Ялту, особенно дорога на Севастополь, а там скалы, я не знаю, сколько там метров высотой скалы, просто вот такие отвесные. Ты был когда-то в Ялте? А мы с тобой разговаривали. Я у Елены же 25 раз спрашивала, была ли Лена в Ялте. Мне в одно ухо влетело, в другое вылетело. Так что впечатления от Сан-Диего, конечно, самые потрясающие. Я вчера кричала, я буду здесь жить, все, я остаюсь, больше меня не трогайте, никуда больше не поеду. И вчера мы еще поехали с Леной в казино по этим горам. Боже, какая сказка. У меня просто сердце останавливалось от счастья, Что-то я говорить как-то неправильно говорю. Ну, в общем, Лена, громадное спасибо тебе и вообще твоей семье. Это нечто, это просто, я видела красоту, я же твои видео смотрела, я видела, что это нечто потрясающее, захватывающее, но когда я уже здесь, это просто было нечто. У меня просто остановилось дыхание. Рады, когда я видела эти пляжи, эти изрезанные вот такие... Обрати внимание, вот посмотри, какие домики. Вижу беленькие. Изрезанные вот эти скалы, вымытые, обмытые, перемытые, замытые. Это было, конечно. Ну, когда видела морских котиков, это вообще... Особенно вот этого маленького нашего, да. Сказочное место. И вот сегодня мы с Леной читали, вернее, Лена мне читала по интернету, что оказывается, Сан-Диего – это 6-й по величине город в США. Я, если честно, думала, Сан-Диего – маленький городок. Ну, видишь, у нас есть Google, но не все хотят им пользоваться, либо умеют. Я умею, но не пользоваться. Нет бы открыть, посмотреть. Да. Так что меня Лена просветила сегодня. Оказывается, это 6-й по величине, 3,5 миллиона, да, населения. Да. И это самый лучший, самый, как бы сказать, самый... Самое лучшее место для проживания в Америке по климату. По климату, да. И самый чистый город. Самый чистый город. Это сказка, конечно.